Heineken. Non ci sono queste qua. Ah, Heineken. Senti. Penso Heineken. Alcolico. Ah, va bene. Da dove andiamo? Da dove andiamo? Andiamo da la stella. Al Forte Prenestino. Oh. Non lo so che cosa Forte Prenestino, ma io penso che. Ma ti piace? Sì. Сейчас мы, короче, нашли какой-то местяк. Ну, вернее, мы не нашли местяк, нам Алехандро показал это место. Это какая-то underground туса, но сегодня как бы никакого праздника, концерта нет, но мы просто хотим зайти. Questo si chiama il Forte Prenestino. Come si chiama? Forte Prenestino. Мы сейчас идем в Forte Prenestino. È stato preso da ragazzi, è stato occupato. Очень странное место. Ага. На самом деле. Ну ладно, сейчас постараемся разобраться, куда мы попали, но место прикольное. Мне нравится. Я такого в Украине не видел. Я, честно говоря, вообще в шоке, куда мы попали. Прего. Наверное, начну. Немножко хочу вам рассказать, что мы попали в какое-то место. Мы не знаем, что это за место, но вот Алехандро нам показал, говорит, какая-то туса. Я тут, говорит, раньше был, погнали. Но мы пришли, и непонятно, что это здесь. Но сейчас посмотрим. Что-то, наверное, интересное. Те? А, лаче те? Короче, говорят, что в это место, где пьют чай. Ну что, пойдем чайку попьем? Что, вы чайка хотите? Но ты... Ну, вы хотите те? Но ты его говорила. Мы не хотим... А соло те? Нам че бира, нам че... Скрито, скрито, сало да те. По-испански, да, но... Guarda, pesca, ananas, pelo non ce l'ho. Pesca, ananas. Va bene, per me è uguale. Video. Мы, короче, пришли в какой-то барчик, заказали себе чего-то. Чего-то.
учим колумбийца пить текилу по-нашему. Это не по-нашему, это вообще, ну, типа, так правильно, да. Ну ладно, как мы привыкли в Украине, да? Почему бренди? Che festa non hai io, siamo la fai, ma... Che noi siamo insieme, questa è piccola festa. Ripeti, no? Ripeti? Sì, una di più. No, se tu vuoi ripeti, io vorrei qualcosa altro. Che altro? Non so. Se non un altro tipo di shortino così che lui vorrebbe. Yeah.